Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together, играем в одиночку за Максвелла. Черт, в прошлой серии в конце у меня тут разнесли немножко мои сундуки, я переставил, в принципе мне хватило материалов, чуть поменьше сундуков сделал, вот так вот все. И у меня вверху с ловушками сгорели тоже сундуки, так как гончие прибегали там, ну все, обошлось. И вот тут вот, блин, опять пока стоял около вот этих сундуков, то есть я их только сделал, опять муравьиный лев почему-то приперся, скотина такая, и я в панике вот сюда вот убегал, думал, чучело мне сломает, то есть у меня вот тут вот еще. Так, и, короче, бежим отсюда. Я, по-моему, все, что нужно взял побольше. А черт, у меня нет света вообще. Опа. Бежим в пещеры. Ну его нафиг, потому что я боюсь, сейчас он опять начнет трясти, мне базу разнесут, еще и лето, еще и жарко. Сделал несколько амулетов, переставил сундуки, в принципе, все более-менее нормально. Где-то пробежал мимо? Нет, он где-то здесь. Честер мне не нужен. У меня света никакого нету, поэтому смываемся. Ать! Мне как-то в пещерах поспокойнее. Сейчас мы лампочки соберем. Да, еда. Писали мне, кстати. Ну, испортится. Вот прям. Печаль, беда. Так. Давайте собираем пока лампочки, а то у меня... Я пока там ползал. Мне приходилось... Два дня потратил на то, чтобы восстановить сундуки. Бежим. Пускай где-нибудь здесь падает. На базу падать не нужно. Сейчас свет погаснет еще. Хотя тут лампочки есть. Все нормально. Ай! О, красный камушек. Шикарно. Так, где лампочки? Так. На, в тебя еще одну давайте положим. И... Копье. Что-то сгнило. Ну, это лампочки, наверное, сгнили. Так, делаем себе опять нормального хатча. Так. Что у нас здесь? Что мы имеем? Так. Ну, кстати, еще одна яичница, оказывается, валялась. Одну я подбирал, еще оставалась одна. Так, заберем вот это. Вот это. Так, где-то золото, по-моему, лежало. Да, золото лежит. Одна косточка лежит. Хач, ты где? Ты где? А. Гнилье заберем. Здесь... Ничего, поэтому скидываем вот это дело. Наверное, вот это. Камушек пускай будет. Кстати, камушек. Ладно, потом топливо, если добудем еще, то сделаем. Я хочу сейчас пока дробосека сделать. Давайте один амулет здесь оставим. Потому что чучел я так и не сделал. Так, это оставим. Книжку положим. Давайте сразу сделаем себе пару ребят, которые будут копать. Правда, я чувствую, сейчас их убьют. Один. Так, и... Вот этого. Так. Так вот. Сейчас муравьиный лев на них скинет, блин, и все, и трындец будет. Давайте в хаче положим, наверное, вот это. Вот это мы съедим. Положим сюда, испортится, не страшно. Так, мне нужно дерево, и не сделал я алхимическую машину на базе там, ну и пока ладно. Хочу кое-что сделать, тут правда где-то энд бегал. Где-то бегал энд. Сейчас мой дровосек наверняка его приманит, и он его убьет, скорее всего. Так. Я смотрю пока, что у меня еще излишнего. Излишнего у меня камень-грелка, который нужно убрать. Потом прошло мне где-то, наверное, на
85-й день нужно выползать, либо на 80-й. Наверное, на 85-й день нужно наружу выходить, чтобы встретить Мишку. Так, давайте мы сразу зафигачим себе хоть какое-то оружие. Я никакого не взял. Хотя бы вот такой возьмем. Я хотел сделать... Только я не знаю, где он находится. Не помню уже. Шкаф. Шкаф где-то был, а где... Не помню. Так, он может тут еще быть? Нет, это лизунец, не то все. Здесь его не может быть. Выживание. Черт, забыл. В грядках тоже не может быть. Здесь нет. Здесь... Ну, навряд ли здесь. Фак, а где? А, вот тут, наверное, в одежде. Тоже нету. Фак. А, ну, по-моему, там две доски. Две доски, две веревки. Давайте попробуем так вот сделаем. Почему я его не вижу? Выживание, спальник. Фак, был же где-то. Так, а тут? Черт подери, где ты? В магии. Может, действительно в магии? Блин. Такое ощущение, что я смотрю на него и не вижу просто. Вообще должен по логике быть где-то здесь. А, вот он. Четыре доски и трава. Черт, веревки не нужны были. В постройках все правильно. Четыре доски. У тебя лопата есть? У тебя лопаты нету. Пойдем сейчас доски сделаем. О, еще камушек красный, отлично. Давай, делай, дубась. Так, так. Пока посадим здесь. Так. Хочу переодеться. Так. 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 Так, так. Давай, собирай. Пеньки не буду пока выковыривать, ну их нафиг. Так, ну, веревки. Оставлю шлема, если что сделаю. Так. Шкаф. Черт, он новые эти рубит, деревья. Так, постройки. Почему опять не высвечивается, я не понимаю. А, потому что я его не изучал. Вот он. Кто мешает? О, поехали в шкаф. Подарили мне на день рождения скины. Вот как раз думаю... Давайте переоденемся. Так. Вот, вот такой вот истрепанный наряд, прикольный. Штанишки еще тоже подарили. И какой-то еще, вот эти штанишки. Но они не видят, их не... Тут штаны вообще не видно, непонятно. Зачем они тогда нужны? А вот этот наряд прикольный. Подтвердите. Такой какой-то красный. Красный полосатый. Ну, вот, к сожалению, скины вообще из одежды, они какие-то бестолковые. Вот я смотрел офигенные скины, это на лица, к примеру, на персонажей и на какие-то предметы. Вот это да, офигенно. Есть некоторые вообще классные. Особенно из серии на лица, из серии Survival. То есть выжившие. Вот там вот офигенно, блин, такие, это как прикольные скины. Так, шапочка у меня одна здесь лежит. Давайте заправимся. Ну и все, наверное, погнали. Еда в хатчи какая-никакая есть. Но мне кажется, она испортится до того, как я ее съем.
Давайте вот это вот еще в него запихнем. И все, погнали. Так, где моя трость? Какого черта я без трости? Так, куда побежим? Побежим. Вот тут вот я недообследовал. Есть предположение, что там у нас где-то... Где-то там лежит у нас... не лежит, а стоит деревня еще. Еще одна деревня, потом в руины можно забежать. И куда-нибудь еще можно забежать. Опа, не руби ничего, и так бежим. Главное, чтобы он нам ничего не рубил, а то там опять энта за собой потащит. Так, и потихонечку шарики собираем. Они нам пригодятся. Так, куда-то выше. Нам туда выше. Так, погнали. Давай, долбани. Может, косточка вылезет? О, отлично, косточка вылетела. Их, по-моему, нужно 8. А, ну еще и сердце. Теневое сердце нужно будет достать потом еще. Так. Мне вот так завернуть и куда-то либо вот сюда, либо вот сюда. Тут завал. Куда-то там проходить нужно будет. Сейчас посмотрим. И муравьиный лев еще пару раз долбанет сверху. Это точно. Добивай, вот эти не добил в прошлый раз. Так, так. Ну, в принципе, кости я не знаю, с какой вероятностью они выпадают. Поэтому найдем. Их тут можно много найти. По-моему, вот куда-то вот сюда вот нам. Вот сюда и... Вот, наверное, вот проход. Сюда вот ниже нужно пройти. Там у нас летучие мыши. Вот они, кстати. Опа. А, еще и... Блин, период кошмаров. Я тут вот муравьиный лев как раз насыпал нам все это дело. Сверху. Так. Еще вниз разок и потом поворачиваем. Опа-на. А чего у вас так много? Так. Лампочки нужно не забывать собирать. Черт, я забываю. А трость, почему сюда улетаешь? Есть предположение, что вот в этой стороне где-то еще есть... деревня. Подраться, что ли? Вот, как раз вот тут вот хорошо. Топливо ужаса добыть немножко. Опа. Только с двумя не очень удобно, но они медленные, отлично такая. Так. Так. А, уже три. Ай-яй-яй. Так, стой. Так, есть. А, копьем, правда, не очень удобно все это делать. Так. Давай, вот этот отлетай уже. Факт. Дети бегают вокруг меня еще. Странно, музыки никакой нету. Так, одного разобрали. Сейчас второй отлетит тоже. Так. Отлично, топливо ужаса нам пригодится. Так, так. Забираем вот это дело. Забираем это. И погнали дальше. А, куда? А, тут тупик, блин. А, так, подождите, здесь прохода нет. Здесь я все обыскал, да? А, значит, все-таки вот тут. Так, дерево заберем.
Погнали! Значит, там у меня проход. И где-то я еще что-то не обыскал. Кстати, у меня даже на карте наверху есть небольшой кусочек, который я не обыскал. Ну, возможно, там просто тупик. Вполне возможно и такое. О! Так. Давайте, пока есть возможность, немножко надолбим. У меня не так много... Чёрта! Не так много... топливо. Только нужно не забывать одевать хотя бы шлем. Так, отлично. Хач, дай мне пожрать. Опа. А это уже не лечит и короче, все. Жалко, 15 рулетов испортилось. Печально. Кстати, грибочки. Есть смысл синие собирать. Черт, они тут дубасят, все. Все, период кошмаров заканчивается. Никто нападать не должен. Погнали. Так, тут должны быть мыши. А, я не дошел еще, да? Черт. О, еще кости. Отлично. Опа. Так. Так. Ай! Чуть-чуть не зацепил. Еще кости вывалились, отлично. Вот сейчас мы так... А, убежали. Найдем. На сталкер... Сталкер, по-моему, называется, или что-то в этом роде. По-моему, так. Ну, короче, скелет руинный. Где теневой? Опять пропал. Где он, блин? Нам вроде куда-то вот сюда нужно было. Либо сюда, либо я пробежал и нужно вниз идти. Ну давайте посмотрим, что здесь. Так, 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 так. Тут кролики, которые падали. Ну давай, долбани. И второй тоже. Ну, и вот этот. Ну, давай уже быстрее. Ничего нет, пошли. Давай, добивай. Так, ладно, все, побежали, не будем останавливаться. Будет долбить так он по пути, да и все. Так, значит, вот сюда все-таки проходить. И, по-моему, сейчас ночь, и на нас могут напасть летучие мыши. Которых дофига тут. Так, стой. Скинь. Так, вот эту бьем. Давай, кричи. Опа! Черт! Бегите! Как мне лучше броню одену? О. Сейчас прибьет моих этих. Одного убила. Кого убила? С киркой? Фак, именно с киркой убила. А книжку я не помню, я взял или нет. Книжку взял я? Книжку взял. Шикарно, сейчас мы сделаем нового тогда. Так. Так. Опять муравьиный лев, скотина. Так. Вот это лучше я с собой буду таскать. Так. Все, погнали дальше. Вот куда-то, либо туда, либо туда. Ну, один проход точно вот тут. Тут просто, наверное, зал. А дальше, ниже, наверное, другой проход. Ну, зайцы не может быть как две деревни. Блин, зайцев. Хотя по-разному бывает. Да, он внизу какой-то есть еще. Он вот так вот. И все? Я думал, тут большое какое-то продолжение. Так, смотрите, здесь все, здесь все, здесь все. Тут тоже тупиков нету. А, вот проход еще, тоже не исследовал. Вот-вот-вот-вот, между собой еще связано, точно. Вот туда нужно было бежать, наверное. Тут ничего нету.
Погнали. Значит, тут ничего. А, зайцы тут навряд ли вот в этом месте будут. Хотя... Хотя что-то тут как-то продолжается куда-то что-то. Ну, сейчас опять убьют мне это как... Опять теневого убьют. Бежим. Главное, бежим, не останавливаемся. Убило опять его, что ли? Нет, живой. Так, тут тупик, что мы там пробежали? Да, тут ничего нет. Все, погнали дальше тогда. Внизу, на всякий случай, открою, кто его знает, что там. Там может все что угодно лежать, а... О, крот. Где-то здесь бегает крот. Нет, кротокуляр пока не буду использовать, потому что у меня нету с собой ягодок. Так, погнали сюда. Вот, блин, пещеры. Офигеть. Это еще часть руин я не исследовал. Плюс еще не исследовал. Есть еще нижний уровень какой-то. Там нужно запрыгнуть. Атриум, что ли, называется. Там вообще полная жесть. Черт. Вот это. Ладно, давайте, наверное, я сам пробегусь. Если ничего не будет, то и нет, как... И не будет на записи. А то фиг его знает. Так. Я столько заправлюсь. Все, увидимся через секунду. Сейчас пробегусь, посмотрю. Может, тут ничего и нет. Так. Короче, ничего тут особо нет. Вот просто пищи мышей дофигища. Но тут звук вот этот мне совсем не нравится. Что делать, я не знаю. Убегать куда-то. Фак, можно, конечно, выпрыгнуть, но как? Куда выпрыгивать? Тут выхода-то у меня нет нигде. Черт. Сейчас меня зажмут и убьют. Опа. Просто убегаем и все. Мне бежать-то некуда. Тут где-то вроде бы недалеко были... А что, один пришел? Черт. Тут где-то недалеко вроде бы были лобстеры. Нет, они вообще в другой стороне. Черт. Кстати, а где они? Может, там остались где-то? А то тут дофигища этих пещерок, мышей и все. Больше ничего нет, и тупики. И за мной ползет. Может, он один? Хотя их должно быть... О, косточка там. Опа. Так, может, он один все-таки, да? Остальные где-нибудь застряли. Черт, период кошмаров еще. Бежим. Лампочка сейчас скоро закончится. Бежим. Бежим. Так, нужно заправиться. Вроде бы отстал. Так, куда? Вот ты черт. Так, на этих на всех пофигу, пошли. Вот ты черт. Вот эти вот мышиные пещерки. Ну там дофига их было. Ну что, я тогда опять же сейчас прерву запись. Наверное, добегу до откуда-то, до верху, до туда, где мы еще не исследовали. Так, мыши за мной или за кем? Вот кусочек не исследовали мы. Я не знаю, забежать нет. Да, наверное, может даже сюда вот и ведет. И вот эту сторону мы не исследовали. Сейчас вот так вот пробегусь. Гляну вот это место. Если ничего не будет, вы не увидите. И вот куда-нибудь сюда вот добежим. Будем дальше исследовать. Так, ну что... Пробежался там, где я тут бегал. Тут ничего, слизнепахи только сидят. Кстати, здесь две косточки нашли.
выдолбили мои ребята. Кстати, у меня уже 7 штук. А, бегу на базу, потому что жратва закончилась. А, блин, у меня мясо там есть. И вроде как не очень далеко от базы. И, по-моему, моего этого сейчас убьют там. Дровосека, потому что он мимо энта пробегал. И вроде бы... Вроде бы ударил по дереву. Или нет? По грибу он ударил. Так, где-то у нас тут база. Возьмем сейчас еды. И давайте сделаем скелетика. Оживить я его не оживлю, но, по крайней мере, сделать, мне кажется, мы сможем. Никогда я их не делал. Поэтому мне тоже интересно, как это выглядит. И сделаем где-нибудь его тут в сторонке, чтобы... Ну, его можно, конечно, сломать. И в другом месте где-нибудь сделать потом. С помощью кувалды. Так. Вот где-нибудь вот здесь вот давайте его попробуем собрать. Я никогда не собирал. Так. Поставить и теперь починить. Так. Так. По-моему, у нас неправильный получается. Слушай, а что, неужели больше нужно косточек? Странно. Подождите-ка. По-моему, это недоделано. Наверное, все-таки больше костей. Не 8. Странно, 8 костей вроде бы смотрел я. А, вот эту последнюю не нужно было ломать. Ну-ка. Так. Так. А, не, все, готово. Вот такой вот скелетон. По-моему, сделанный. То есть можно его разрушить, опять косточки эти забрать. Вот его можно оживлять. Его можно оживлять здесь, можно оживлять снаружи и можно оживлять в атриуме. То есть здесь, ну, с ним драться нужно будет, из него нифига ничего не упадает, кроме, опять же, этих костей. Но это сердце нужно теневое. Наверху он более прикольный, более полезный, и в атриуме там мега-босс. Так... Ну, я не знаю, давайте мы его, наверное, все-таки разберем, а потом сделаем, где нам нужно будет. Так, так. Все, косточки. Главное, что косточки обратно возвращаются. Так. Золото заберем. Так, это тоже можно собрать. Камни, я не знаю, мне уже камни особо и не нужно. Так, и какой... 280-й день почти, да? Я вот не знаю, нам сейчас вылазить, либо через чуть попозже. Особо ничего я и не обыскал за это время, что-то это как. Ну, потому что летом я фигней занимался, немножко не тем. Так. Кстати, топливо ужаса, золото есть и... Давайте вот так вот сделаем. Еще. Амулеты лишними не бывают. Бросим здесь. Так, и по поводу пожрать. У меня мясо, оно, правда, немножко портится, но не страшно. Так, ну, на этом давайте серию заканчивать, фигли. Не, блин, ничего особого не нашли. Нашли только косточки. Собрали этот скелетик, но... А ты черт! Землетрясение. Так, берем вот это. Берем вот это. Ну, вроде бы, когда на базу падает, ничего страшного. Ничего не ломается. Наверное. Ничего драгоценного не упало. Типа красных камней, например. О, синий камушек. У меня их, по-моему, уже дофигища этих синих камушков. Кротов не упало. Кротов нет. Ладно, давайте на этом серию будем заканчивать. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх. Я знаю, что вы умеете их ставить. Я видел, что вы их это иногда много ставите, а иногда ленитесь. Заходите в группу ВКонтакте. Там, кстати, иногда какие-то новости появляются, если вдруг там видосы не выходят, либо еще что-то. Ну все, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.